Сегодня у нас скорбь всего армянского народа. Мы чтим память погибшим в геноциде Османской империи. Тем самым выражаем уважение, дам памяти всем, кто погиб в этот день. И все армяне всего мира в этот день собираются именно с этим событием. Мы хотим выразить скорбь всего армянского народа. Хотим также, чтобы весь мир помнил о том, что в отношении какой-либо нации геноцид невозможен и недопустим, потому что это приводит к уничтожению одной нации. Соглашение какое было? Да, у нас в городе я тоже принимал в этом участие. Как бы мы вспомнили этот день, чтобы никаких эксцессов со стороны армянской молодежи, со стороны азербайджанской молодежи. Я надеюсь, что взаимоуважение должно как бы иметь место быть. И в этот скорбный день просто мы хотим дать дань памяти погибшим. А беседы были проведены с молодым поколением? С нашей стороны тоже были беседы проведены. Со стороны азербайджанской диаспоры я не могу сказать. Я думаю, надеюсь, там люди уважаемые, умные, наверное, тоже провели беседу. И надеемся, чтобы ни с каких эксцессов мирным жителям никаких неудобств в этот день не приводил. Еще раз повторюсь, мы выражаем лишь только скорбь в память погибшим в геноциде Османской империи. Для меня лично и для меня семьи этот день означает день траура, день скорби, день осуждения. И прибыли сюда не только, чтобы вспомнить наших жертв, но и поблагодарить те страны, те народы, те организации, которые приняли геноцид и осуждают этот геноцид, что впредь больше в мире не повторялось. Так мы привыкли, с малых лет так мы обучаем наших детей жить в мире, в согласии, и чтобы подобного больше никогда не повторялось. А с кем вы сегодня сюда пришли? Кто эта девочка с вами? Это моя дочка, также здесь старшая дочка, сын, жена, все. То есть этот день вы вспоминаете всей семьей, у вас этот во всем мире. Я гражданин Армении, сюда приехал в командировку служебную и служу здесь. И в прошлом году, и в этом году. Это для нас святая обязанность, где бы мы ни были во всем мире, почтить этот день, вспомнить свою жертву. Добрый день, дорогие друзья, дорогие земляки и гости, которые сегодня посетили сюда, пришли в честь погибших безвинных людей, которые в 15 году за одну ночь 1,5 миллиона армян было вырезано по их национальному и вероисповедованию. Сегодня мы собрались сюда почтить память этих безвинных жертв, которые даже не участвовали в войне на тот период. Но в жизни бывает так, что национальность, которую дает Бог, и человек сам не может выбирать, порой бывает пагубная. Но наш народ всегда был стойкий именно этим, что сплотился вокруг церквей, вокруг своей веры, и тысячелетиями через кровь, через свою работу, любовь ко всему стойко стоял и будет стоять дальше. Поэтому сегодня все пришедшие сюда, и те, которые хотели бы прийти, но, к сожалению, сегодня рабочий день, не смогли, наверное, пришли дать дань свою перед своим народом, перед своими родителями, отцами и дедами, прадедами, в честь того, что они все-таки сохранили Армению и нас, как армян.